Добро пожаловать, друзья мои хорошие. Меня зовут Брейн, у нас сегодня супер хот, или, как говорят американцы, супер хот. Игрушка очень необычная, очень интересная, многие ее советовали посмотреть еще давным-давно, но руки дошли только сейчас. Поэтому давайте начинать, не обращать внимания на такое интересное меню в стиле даже, знаете что, MS-DOS какого-нибудь. Хотя сейчас модно и всякие такие штуки делать и в современном мире, но тем не менее... Superhot.exe. Поехали, запускаем экзешник. Игра, как я уже говорил, очень необычная, очень интересная. В принципе, должна порадовать многих. Как мы видим, уже игра у нас началась. По идее, разработчики обещали русский язык, но я думаю, можно справиться и без него. Так, я бросил пистолет. В чем фишка? В чем у нас здесь фишка? Она визуально похожа на Mirror Edge, но только визуально, друзья мои. Я двигаюсь, и время движется со мной. Я стою, время у нас тоже движется, но не так быстро. Поэтому наша цель — уничтожать различных вот таких вот врагов, которые мешают нам нормально ходить. Время движется, нам написали только когда движетесь вы. Это хорошо. Так, подожди, где-то мой пикль валяется, я его, пожалуй, заберу. Тихо, спокойно. Так, пистолетец забрали, вон у нас появился чувак, собственно. Надо его завалить. Чё у нас left click to shoot? Давай сделаем. Хоп! Стреляем. Он, естественно, понимает, что мы его хотим убить, и, может быть, даже как-то движется. Плюс делает стрельбу в ответочку в нас. Так, отлично. Я думаю, что вы уже уловили. Вот это я зря. Вот это я хотел прицелиться, понимаете? По наитию. То есть нажимаешь правую кнопку мыши, хочешь прицелиться. Но попадаешь во вражину. Вот наша пуля. Привет, пулька! Хорошо, что не в меня. Хорошо, что не в меня. Радуешься таким вот вещам. И он бежит, хочет схватить пистолет, но мы ему хопа делаем, блядь, по щам сразу и вываливаем. Супа, мадафака. Супа, мадафака, бич. Супа, мадафака. Супа, супа, хат. Супа, хат. Хат. Как-то так можно битбокс подмутить было. Ну, в общем, да, можно смотреть... Реплейчики свои, это хорошо. Grab the gun. Сейчас мы грабнем с вами ган и пойдем, собственно, творить безумица. У нас меняются локации. Собственно, сначала надо было справиться с двумя, теперь с двумя уже и тачки у нас здесь появились. Так, давай в этого стрельнем. Тут как бы тактическая такая есть подоплека. То есть вы должны это все высчитывать. Вот, предположим, в этого. Братана, мы попали. Этот сейчас будет бежать сюда у нас, в сторону левую, да? Давайте я вот сюда вот стрелю. Я очень надеюсь, что я попаду в него. Есть! It was set up, он пишет. Отлично. Куда бы вы ни попали, вы наших стеклянных человечков разобьете, дай боже. Этим самым геймплеем игра и подкупает, потому что здесь больше как бы... О, ёпта, подожди. С этим расправимся, отходим. И с этим тоже. Смотри, если он будет... Опа! Я надеюсь, наши пули не пересекутся. Тут вроде Хабенского нет, такие фильмы у нас не прокатят. Я не знаю, зачем у нас чувак выбросил пистолет, но тем не менее. Суть и концепцию мы сами уже поняли. Если вам игрушка нравится и вы вдруг захотели прохождение увидеть на канале Брейна, не забывайте подписываться и ставить лайки. Там написали, что надо сделать сейчас что-то медленно, то есть... Вау! Воу-воу-воу-воу! What the fuck? Это было больно. Знаешь, эта игра, наверное, идеальна для очков виртуальной реальности, мне кажется. То есть это было бы просто бомба. У нас нет оружия, но я вижу, что пули летят очень-очень-очень хорошо. Привет, красавица! Муа! Поехали дальше. Братишка, мне нужно забрать его пистолет и, собственно, наказать засранцев. Так, теперь эта пуля уже летит в меня, поэтому надо как-то немножко уйти в бок, наверное. Уходим и просчитываем. Видишь, каждым шагом все это дело видно. Пока пистолет взять нельзя. Бери давай! Оп! Твою мать! Видишь, полсекунды в этой игре очень сильно влияет на исход событий. Так, Олежа. Быстро нельзя ни в коем случае, потому что, как видите, у нас тут шквальной огонь. Так, уходим сюда. Уходим сюда и будем сейчас прятаться, наверное. Там вроде можно укрыться. Тихо. Я же забываю, здесь еще и как бы плечи у нас есть, поэтому могут завалить. Пробуем. У нас, как бы, я так понимаю, еще обучают, что на как делать, да? То есть не приветствие, ничего. Это такой симулятор стрельбы, я бы даже сказал. Очень интересный, очень круто реализованный. Тихо. А приседать здесь можно? Приседать, видимо, нельзя. Блять. Ай, меня бомбит уже. Я решил, что сделать. Сейчас мы одного говнаря завалим и сразу... Валим другого говнаря.
вопрос только в том, долетит ли... Так, спокойно, вроде все получается. Смотри, хопа, слава тебе, господи! Супер хард. I'm motherfucker boss. Супер-супер хард. Можно так прям трек замутить, да? Можно реплей смотреть, можно проматывать. Опять же, как вы, собственно, все это делаете? С каждым разом все хуже и хуже для нашего героя. На, сука, по щам-то! Супер хард, бля! Слушай, неплохо мы ему в табло, аж треугольники из мозгов повылетали. Берем резко мобилу. Ах, он отходит, видишь, искусственный интеллектец может сейчас меня, наверное, убить. Нет, слава богу, не убил. Давай вот сюда, смотри, я отхожу. И надежде, что я попал... Есть, я в него попал, чудненько. Пистолет пока взять нельзя. Привет, засранец-голодранец. Хедшот, мазафака. Ой. Давай, папа. Готово. Мне нравится эта игра. Тихо. No ammo, у нас нет оружия. Бляха ты, муха. Бери пистолет, гнидоцл. Так, спокуха. Видишь, как жестко, да? А? Какая жесть. Так, можно было просто выбросить. Я, видишь, ступанул немножко. Сейчас привыкнем к механике. Опа, класс. Супер. Да, супер-супер. Еще супер. Какой супер. Очень круто, очень необычно. Ребят, реально доставляет. Я теперь понимаю, почему многие рекомендовали ее. Чего about no? Left click to... Опа, забираем оружие, гасим раз, отходим, гасим два. Смотри, поезд едет. Так, а у нас еще вражина, тут вроде никого нет. Мимо? Да ладно. Оп, шикарно. Так. И, ой, неудачно. Хотя, в принципе, почему нет? Нет, неудачно. Я его как бы убил, но он меня убил тоже. Знаете, как в фильмах Квентина Тарантино. На, сука, берем пистолет. Валим этого. Валим вот этого. Давай, стреляй же. И тут сейчас выбежит еще один. Готово. На, сукин сын. Да ладно, мимо... Олежка, ты что, дурак, Олежка? Как можно было, блядь, пистолет с патронами бросить врагу, чтобы он тебя убил? Ну кто же знал, что все так будет плохо. Так, сейчас попробуем еще раз. Ладно, не надо отчаиваться. Так, братан, держи. Все, нет, не все, нормально жить можно. Привет, смотри, с этим расправляемся и... Справляемся с тобой. Стреляй давай! Там еще один бежит. Ох ты ж, ебана мать. А вот с патронами теперь, по-моему, лажа полная. Нормально, живем, катаны. Эмпти! На, бей! Молодец. Блядь. Отходим, господа. Отходим, берем валуну. Тихо. Сука резвая, блять, а? Обачки, хорошо. Мне нравится. Сложно, круто, необычно и офигенно захватывающе. Ребят, рекомендую игрушку, реально кайфовая вещь. Так, что мы делаем? Что у нас тут? Воу, игра. Эй, алло. Кенгурдубур, мия. О, все работает нормально. Ребят, что-то походу видеокарт барахлит, наверное, да? Или нет? Или это не видеокарта, или это у меня просто уже крыша начинает немножко ехать? Эй, игрушка, работай! С игрой творятся странные метаморфозы. Чего у нас? Access denied. Incoming message. Давай посмотрим, что там пишут. Что ты думаешь об этом? Давайте напишем. Интересно. Interesting. Давай напишите. Интересная идея. Так, отлично. Готово. Можно, в принципе, это дело пропустить. Смотри, там что-то даже отвечают. Я так понимаю, что мы хотим еще потренироваться, да? То есть, в принципе, у нас дело подгружается. И апдейт. Смотрите, Super Hot у нас экзешный файл обновился. Вот такой вот все стилистики просто сделано классный. Нажимаем Enter.
И я так понимаю, что у нас игра продолжится. То есть мы посмотрим теперь новые уровни. Где-то я уже похожее видел, то есть нам загружали новые какие-то, помните, то ли в шлем, то ли еще куда-то программы, и мы могли с вами проходить новые-новые уровни. О, Space, смотри, хоп, прыжочек-то сработал, а вот с оружием у нас беда. О, мазафака, ладно, джамп. Херово, Олежка, ты джампишь. Джамп, 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 давай. Отлично. На, сучёныш, блядь. Так, по щам тупым мы прописали, но, по-моему, нас сбили или убили. Чё там какая-то заваруха произошла. На, сучёныш. Давай сюда. Я не знаю, наверное, я слишком на опережение стрельнул, да? Неудачно. Готово. У нас еще сука, бежит. Вон еще сучёныш. Просрал так просрал. На тебе нахер вообще. Говно. Тихо, спокойно, ребят, сейчас что-нибудь придумаем. Готово. Там еще двое. Там еще двое бежит. Как плохо все, как плохо. О, боже, 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 боже. Давай вот сюда, может я завалю этого засранца. Что? Пуля пулю? Я чуть не понял, что это было. Так, с этим вроде расправились. А вот сейчас будет реально проблемно. Так, чуть-чуть. Пусто! На, сука. Так, давай мне твой пистолет, чудненько. Ребят, игра гениальнейшая. Просто как же это круто все сделано. Ну, напоминает матрицу, да? То есть многие говорят, что матрица, матрица. Есть определенно что-то такое. Так. Хард. Супер. Хард. Ама мазафака. Хард. Супер. Хард. Супер. Не в ритм, но в принципе суть ясна. Так, здесь мы, собственно, с ними разобрались. Давайте смотреть дальше, что будет. Вон там у нас пишут, что мне. О, тихо. Опа, слушай, шикарно, мать твою. Так, с этим мы расправились, с этим надо тоже. Ну, пока рановато, наверное. Хоп, прям сердечко. Братиш, что с тобой мне делать? Уходим, уходим. Опа! Сколько вас здесь? Я не вижу, не знаю. Нарисовался говноед, смотри. Хоп. Блять, меня сзади, наверное, коцнули, да? Неудачно, неудачно, согласен. Отлично, так. Я думаю, он уже не жилец. Готовы, так, с этим сучёнышем что-то делать? Тихо. Как-то, блядь, он резко, сука, ходит. Вау, прям над головой. Чего? Все, с патрон... Бля, ребята! Ребята, ребята, тихо. Да ладно, ты издеваешься? Туда можно зайти вообще в кладовую? Нас... Кин сын. Они как-то охренели, по-моему, немножко. Падать, сука! Так, плечо вроде задел, и он у нас уже скопытился. Блин, офигенно. Конечно, понятное дело, что в динамике вы так не сделаете, без кат-сцен, конечно же. Но благодаря вот таким вот замедлениям времени, это получается. Это реал. Реал вообще. Ёпта, как я удачно проскочил. На, сука. Ребят, это просто шара. То, что нам сейчас так реально повезло. Проскочил на ура. Возьмем другой пикаль. Готово. Ха! Да-да, согласен. Это было просто бомбезно. Идем дальше. Идем дальше. Мне игрушка реально нравится. Она дико затягивает. Файт. Что, будем драться? Left click to mill weapon. Отлично. Ух, ёб твою мать. На, сука. Проблемы, что ли, у тебя какие-то? С битой будет не так-то просто. Да, значит, вырубаем чувака с битой и живем, живем, еще раз живем. На, сука. О, а как же мне быть-то? Их слишком многовато. Слушай, они меня с одного удара вырубают. Я что-то, видимо, не так делаю. Wanna fight. Сейчас сделаем тебе, блядь, wanna fight. Смотри. Реально, с одной тыки, то есть, это самое, по щам не дает. А может, не надо сразу дубиной его бить?
уходим, уходим. Да, печалька. Тихо, 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 на, сукин сын, блядь. Вроде перевалили этих гондурасов. Just warm up. Сейчас посмотрим, что нам надо. Проблемы, проблемы нахер. По щам твоим тупым, блядь. Головы просто разрываются. На, сукин сын. Хорошо, на, еще разочек. Я согласен. Почему делаются эти реплеи? То есть вы можете по-разному красиво как-то подойти, лаконично так завалить засранцев. Потом можно, я знаю, что можно перейти на сайт, то есть вас бросает, если вы хотите посмотреть их. Бросайте на сайт, авторизируйтесь и, собственно, с друзьями делитесь, на ютубчик заливаете и становитесь гиперкрутыми чуваками. У нас, чё даже... Вырубил. И прям в толкан. Красавела, ёпта! Дружище, я не знаю, что ты там забыл. Меня это мало касается, я не отражаюсь в зеркалах. Но рукопаха мне тут тоже нравится, она круто сделана. Бутылка. Так, андурасы, что у вас тут случилось? А вот это уже плохо. Дробовик! Слушай, а он не может своего товарища задеть? На, сука, да. Вау! Воу-воу-воу, уходим, уходим. Я хотел в туалет уйти! Не получилось. Мне бы дробаш дали, было бы классно, конечно. Решаем проблемы с бизнесом. Обращайтесь, да, 5-5-5-3-5-3-5. Проще позвонить, чем кого-то уебать. Сейчас возьмем. Слушай, может их реально как-то сюда завалить? Заманить бы не помешало, засранцы. Мы как мы делаем? Так, уходим еще раз. Блин, а? Падай, сука. Сразу вбегает еще один типа секьюрити, мы ему прописываем в табло. Так, братан. Делаем вот так вот. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Пистолет, пистолет, сукины дети, пистолеты! Блять. Бита есть, я понимаю, конечно. Чайник! Мистер Чайник, лети! Лети, братан! Вау! Как меня шарашили, как в каком-то хорроре нахрен! Так, пистолет летит ко мне, значит, тебе прощаться надо. Так, ты еще живой? Братан, я не советую тебе так много жить. Это вредно для здоровья. Готово. Так, там у нас, смотри, стреляет прямо в меня отсюда. И сейчас в меня летит, по-моему, дробушка, да? Давай же стреляй, ну сука! Представляешь, какой говнюк? Я вот смотрю и не могу понять, блядь, что сейчас будет. Смотри, хопа! Хопа, ну как же так-то, блядь, ну хопа! Сука, ты задрал меня. Фух, бляха-муха. Так, с этими засранцами расправились. Ну что ж, давайте посмотрим, что дальше. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, блядь! На, сука! Ну, пистолет! Что мне остается делать? Остается только как-то так. Пока, дружище. Так, секир башка у одного уже есть. Один бежит сюда ко мне. На, еще разок. И вот там вот у нас стекла. Прям какой-то квантум брейкс, серьезно. Опа! Так, у нас мало времени. По-моему, появляются ребята сзади, спереди, где угодно. Так, вон. О, блядь! Хрена себе, ты представляешь, какое дерьмо сварилось у нас? Там есть катана. Да. Не самая лучшая затея, потому что мы просрали. Пусто. Блять, все, это лажа. Это лажа, друзья мои, потому что тут надо просчитывать самые мельчайшие моменты. На, сукин сын. Так, первый пошел, пистолет забираем, валим его. Смотрим, кто у нас там еще прыгает, бегает. Вот этот точно умирает. И этот тоже. Готово. Так, насколько я помню, сзади у нас должен появиться братан. Сейчас появится. Ты еще живой? Нет, ты уже давно помер. Живой засранец, представляешь? Все, с этим расправились. Так, еще время у нас. И вот тут появляется вот такой вот хер. Бросаем и добиваем его. Только теперь у него почему-то катаны нет, хотя раньше была.
Странное дело у нас, однако. Так, ребят, у нас слева, справа. Я не знаю, как мне с этим делом быть. Блядь. Давай, 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 родной. Так. Сейчас он подбегает. Ну, вот так вот. Опа. Попали, отлично. Вау, вау. Насухо. Твою налево. Так, тут у нас вакханейшн. Тихо. Воу-воу-воу, тихо! Блин, катана просто вещь. Блять, он тут стреляет вообще. На, сука. Хопа! Блять, я думал, сейчас он меня убьет. Ребята, катана это вещь. Знаете что, давайте сделаем, наверное, здесь перерывчик. И в следующей серии уже, может, поиграем, если вам это дело понравилось. Мне лично дико доставляет, игра просто бомбезная. Я так понимаю, его сейчас собью, да? Оу! Ладно, будем разбираться уже в следующий раз. Это был Супер Хат, друзья мои. До скорых встреч, пока-пока.